Итак, дорогие друзья, мы покидаем Лас-Вегас, и мое заключительное слово об этом прекрасном городе, который на фоне всего, может быть, развлекательной индустрии, выглядит прекрасно, хорошо. Дороги, освещение, как мы говорим, коммуникация, да, то есть сообщение между ними очень прекрасно. Люди не жалуются здесь на многие вещи, потому что мэр города, раньше был ее супруг мэром, они заботятся о своем городе. Но при всей этой красоте, при всем этом свете, при всей роскоши и благополучии стоит простая вещь – людям нужен Бог. За этим всем стоит пустота, пустота духовная, потому что хотят заполнить свою жизнь развлечением. Хлеба, зрелища, да? Но им, как и всем другим, нужен Бог. Поэтому молитесь за всех людей в этом мире. Благовествуйте всем. В этом миру один путь, одно спасение, один Мессия, который умер и воскрес для нашего оправдания.